Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередное прохождение локации, которую создала GG именно для нас, для того, чтобы вы поняли, что нам мозг, нервы и прочее. Многие ребята спрашивают насчет состава, какой состав брать. Я каждый раз показываю на разных аккаунтах, еще раз покажу героев, которых я беру, которые здесь по сути очень нужны и помогают. Во-первых, давайте начнем с таких. Мэри. Против Кохников, Зефиров и Фрей однозначно нужна. Бард для усиления команды, чтобы ее не сливали, потому что бывают моменты, когда просто тупо нафиг всех разносят. Выбор Лазули либо Космо. Я, конечно же, выбираю Космо, потому что Космо включается автопроком сразу же, то есть он покруче будет. Однозначно должна быть Фрея. Ворожей. Зефир, оккультист, это даже не обговаривается. Ворожей. Дальше. Землеройка, кстати, стала землеройка у меня под вопросом, потому что в большинстве случаев она очень быстро сливается, и нужна ли она, если домогание можно снять. Огник, однозначно да. Против ронинов ничего не спасает, к сожалению. Единственное, что я беру вот Фрэнка, тестирую, все равно дамага мне не хватает, то есть надо всех собирать чисто на дамаг, по максимуму дамага. По-другому никак. Если брать же послабее аккаунты, ребят, берите те герои, которые у вас максимально прокачаны. Тут больше идет привязка к силе. Конечно же, вот эти герои, если они у вас каким-то образом частично есть, это плюс. Если их нету, седну можете ставить дерево, которое дефит, бигфута, то есть вариантов очень много разных сборок. Можно пробовать команды со станом. Все уже зависит от ваших героев. Я показываю то, что у меня есть на разных аккаунтах. То есть можете посмотреть там сардельку. Я сардельки прохожу, там бездонатный аккаунт. Нету донатных героев. На немке я пробовал проходить. На аккаунте с меньшей силой. То есть тут по-разному. Итак. Еще вариант. Я думал взять сюда Бугича. Давайте возьмем Бугича. На крайний случай. Там дальше как пойдет. В общем, поехали. Самое главное — не попасться на оккультиста, потому что я уже с этим столкнулся, и мне хватило прошлый раз. Вроде все было у нас красиво, хорошо, но в итоге все получилось как обычно. Попали просто на оккультиста, и он нам сказал «до свидания». Как видите, здесь пока первый этаж у нас легкий. Поэтому фармится без проблем. Так, что там у нас с музычкой? Виктория. Ой, не выбрал ничего. Дала атаку. В принципе, я атаку и буду собирать. Так, Фобо-стрелок. Я уже понял, нафиг этот трэш. Если вы хотите пройти, ищите пачки, где нету, конечно, если повезет, где у вас не будет ронинов, потому что вы их потом, чем выше лавал, дальше вы их не убьете. Где у вас не будет оккультистов. Короче, где у вас вообще, ищите пачки, где у вас вообще не будет никаких героев, и будет вам реально счастье. Первый, второй левел мы еще более-менее проходим. А вот дальше начинается полный трэш. Может, это сюда Космо взять? Вместо Барда. Поставим Космо. Чтобы он сразу включался. Смотрите, вот появился Ронин у нас. И что, он кого-то уже слил? Да ладно. Я буду орать, если кто-то слился. Но не должен никто сливаться здесь. И никто не слился.
Я буду пробовать сейчас собирать у себя атаку. Беру барда, поставлю космо. Вот, начали с зефира. Давайте попроще. Но все равно надо внимательно смотреть, я уже показывал. Тут супер питомцы. Посмотрите на моего космо. Вроде и он и есть, а все равно по нему дамажит довольно-таки нехило. И гаси, там космо прилетает. Калываете, что ли? Это отражал, ну хотя он отражалки собран. Это просто какой-то трэш, ребят. Чем больше играешь битву замков, тем больше удивляешься. Ронин опять. Вот самый лучший вариант — это то, что на Ронине, смотрите, 900. Что это за 900 было? 900 как? Каким хреном? А, это смотром, наверное. Ну, короче, бывают чудеса от IGG. Но именно космо проседает. Может, все-таки надо ему дефный вариант попробовать. Буду собирать пока всех на атаку. Так, вот эту пачку однозначно с оккультистом мы пропускаем. Лучше я нападу на зефира там и на прочих. Это лучший вариант, нежели попасть на оккультиста. Почему, я уже рассказывал, показывал. Это просто бред. Космос лили. Космос сливается в любом варианте. Будет 30-й прорыв, вроде и дамага нету, непонятно, то ли смотр, то ли что. Но сейчас заменим Мэри. Попрощаемся с Космо. Как видите, от Космо тоже не всегда толк есть. Может, на низких левелах еще он будет тащить, но на хай левелах немножко печально все. В принципе, мы можем его не терять. Что сделал кофеек, потому что эта локация фармится минуту не две. Так, убираем ее отсюда и ставим сюда Мэри. Как Мэри у меня собрана, я уже в принципе показывал, рассказывал. ОЗ-шка плюс ПД-шка и СС-кой эмблемой, точнее чаркой, чтобы ее так не сливали. Ну, вот, сливается довольно-таки тоже хорошо. Каким образом, вот я не могу понять. Вот, что это за фигня? Вроде герой имеет ограничения по входящему урону, но он не включается. А он сливается. Уже поставил подашку. Может, там подашки, кстати, нет. Сейчас глянем. Может, слилась. Может, я зря. Зря тут рассказываю. Сейчас глянем. Я героев-то обычно не собираю. А, видите. А я хотел сказать, что за фигня. Тут даже такой хватит. Давайте сделаем вот так вот, чтобы не попадали по ней уже. Сюда мы поставим. Я зачастую меняю все, поэтому поставим вот так, чтобы тоже не сливали. Половина героев не собраны. Так, есть. Побольше крита сделаем. Такая грубая сила, чтобы дамажила так аж, чтоб ух. У нас еще огонь. Огонь у нас вроде собран.
Смотра у нас, конечно, нет, ну вот все, Мэри, а то я думаю, что-то она сливается очень быстро, она у нас была без эмблемы. Ну вот, видите, что Мэри делает? Нет у вас Мэри, это печально, ну хотя бы есть шанс, если вы первый, второй хоть немножко будете проходить, то вы со временем ее соберете. Ну, плюс-минус все зависит, конечно, еще от сервера. Так, я буду все на атаку чисто собирать. Отлично повезло. Точность, если что, мы добавим. Так, что у нас тут Фрея? Сюда. Ну, с подашкой вот более-менее Мари тащит. Сколько у нас атаки получилось? Плюс 30. Блять, вот это мне нравится. В итоге оккультист на последней пачке. И что мы имеем? Ору просто. Просто ору. Они сливают моих. Это мне показалось. Или это все-таки огника падлы слили. А, блять, в шоке просто. От IGG. Спасибо, IGG. Вы настоящие друзья. Так, Мэри, давай тащи. Да, слили, слили огника у нас. Не вижу еще кого. Осталась Фрея. Ну, в принципе, это полбеды. Мы сейчас половину вынесем, восстановимся за счет крови. Но просто трэш, ребят. Огник максимальный с уклонениями. Огненка СО просто сливается. Ну так совпадает, смотрите, что они делают. Просто жесть. Нормально тогда. Кто у нас там оккультист остался? Я просто не вижу всех героев. Сейчас глянем. И зайдем. Пусть добивают. Да, однако. Это называется ворожей остался. А, ворожей, оккультист, стрелок. Та самая пачка, ребят. Что, блядь? Жесть какая-то. Посмотрите, мы слили только одну Фрею. Вот что за хрень? Посмотрите на моих героев. Они слили всех моих героев, кроме Мэри. Что за фигня? Вот реально, что это такое? Я в шоке. Просто трэш какой-то происходит. И опять этот долбанный оккультист. Как он меня харит, реально уже. Уже начинает немножко вымораживать. О, наконец-то мы их начали сливать. Ну и мои половина посливались. Но это не страшно. Это реально бред. Смотрите, ну, какие у меня герои слились. Те, которые вообще, по идее, сливаться не должны. Ну, с дамагеров, ну, нифига нету толком. Мишка это не дамагер, оккультист не дамагер, ворожай нет, стрелок, ну стрелок, ладно, ну феникс, просто бред. И они у меня не топ сборки на атаку и все равно посливались, короче, сюрпризы. И сразу же Зефир, сразу же Огник Фрея. Жесть, ребята, это просто трэш. Булгич слился. То ли это смотр так бьет. Не знаю. Булгич красавец. Буду собирать их на атаку. Срать. Насрать, что мы сливаемся. Все равно сейчас будем с вами ресаться. Кто там остался? Смертушка, что ли, добивает?
Кстати, Барт реально тащит. А, не, ребята, на эту пачку я нападать не буду. Спасибо. Мэри. Зефир. Блин, вот кого выбрать? Наверное, по центру все-таки пойду. Там хоть... Его первые ударили, кстати. Ой, красавчики, вообще. Мэри моя вообще красавица. Посмотрите, что она чудит. Вот реально, вот где плюс Мэри. В этой локации. Ну, для меня, по крайней мере. Потому что многие ребята пишут, не могут пройти ни зефиров там и прочих. Реально, их очень сложно слить. Ну, буду собирать на атаку. В прошлый раз я уже увидел, что все-таки оккультиста восстановили. Мэри. 5. Рискнуть напасть. Утопник. Блин, тут жесткая пачка и суперпэтами. И тут. Фален Махатма. 5. Вот на кого нападать? Стрёмно, реально, что сюда нападать стрёмно. Блять, пойду по центру лучше. И ой, хорош. Хорош, красавчики. Хорошо, что я напал по центру. Сделаем рез. Это опять же, это хорошо, что у меня есть бутылки с прошлого раза. Остались 3 дракона. Попробуем без оккультиста. Тут Мэри должна сейчас нормально ударить. Да, отлично. Вот, посмотрите. Вот она, красавица Мэри. Блять, ворожая слили. Каким образом? Честно говоря, я уже в шоке. Это просто какой-то ад. Я буду орать, если мы сейчас на этих еще сольемся. Это вообще будет эпик. Нормально. Так, оккультист. Ну, конечно, я пойду лучше через эту пачку. Какой нафиг оккультист? Мэри просто разваливает. Отлично. И сейчас будет опять сюрприз. Не, терпимо. Здесь еще терпимо. Ладно, это терпимо, ребят. Все равно, смотрите, там просто выносятся у меня герои, сливаются непонятным образом. Каким, я вот не могу понять, каким образом сливаются герои. Смотр прям так дамажит. Здесь мега дамагер, я бы тоже не сказал. Просто жесть какая-то творится. Смотрите, что они сделают. Просто какой-то ад. Вот реально 9 кругов ада. Барда, поставим оккультиста. Я бы не сказал, что там прям мега герои. Смотрите, просто там Фрея кончает моих по одному. Я офигею. Ну, хоть таким образом мы смотрим. Так. Ну, придется резаться опять. Я в шоке, сколько мы всего теряем. Просто жесть. Знаете, такое чувство, что придется проходить с первого по последний левел. Ну, то есть первое, обычное, среднее, чтобы зафармить потом хотя бы один раз. Потому что либо вы будете тратить 1800 самоцветов, либо вы не пройдете. Потому что у вас крови не хватит. То есть вариантов не особо много.
Неубиваемая Фрея, как обычно. Ну, подождем, поставим Мэри. Да уж, короче. No comments. При том, что мы по ней попадаем все время, то есть миссов, как вы видите, практически нет. Посмотрите на ее хп. Оно просто никуда не исчезает. Вообще оно не двигается. Сколько там жизни, просто нереально. Ну, хоть всех слили. Давай, включайся. А она еще и в инвиз уходит. Вообще супер. Это мне нравится. Это мне нравится, ребят. Ну, от Мэри ты не уйдешь. Так, что у нас по статам? 63% на атаку. Но по-другому тут никак. Так, ну что, поехали. Поехали дальше фаниться, веселиться. Ронин. Как это я не увидел Ронина? Это я что-то... Так, надо внимательнее смотреть за этим всем делом. Я сейчас опять наткнусь. Надеюсь, у меня без сливов там одни смертушки остались, это не страшно. Как видите, проходим пока. Ну сейчас, как обычно, мы застрянем на самом последнем. Это сранее. Так. Надо было так. Не, ребята, оккультист на оккультиста я не пойду, даже не просите. О, вот это, ну, вот это моя пачка. И сейчас это такое чувство, я шагну на нее, и на следующий я просто застряну. Однозначно. Так, берем атаку. 59%. Писать нам некого. Отлично, нападаем по центру, чтобы был выбор следующей пачки. А вроде все слаживается. Сейчас в конце нам просто дадут оккультиста, и мы обосремся. Ай, я выпал что-то. 78, ребят. Заманчивое предложение. Атлант. Блин, Ронин, я лучше пойду на Атланта. Лучше слиться на Атланте, чем не пройти Ронина. Что за хрень творится? Что за фигня? Эй! Не, нормально вроде все. Я уже начал думать изначально, что мы просто зашли, и сейчас мы просто тупо опять зависнем с вами. Неубиваемый зефир. Супер. Спасибо, IGG. Я не могу. Что это за фигня? Что за фигня творится? Вот реально. В шоке просто. Да я его не знаю, посмотрите, у него хп там не видно, ну проседает или нет, Мэри вроде и бьет, но она вообще фигню ему сносит. Сейчас будем пробовать атакующую Мэри, до половины только жизни снес. Жесть, конечно. Это просто пипец. Давайте, ребята, я в вас верю. Сейчас будем Мэри собирать на атаку. Других вариантов я не вижу пока. Что тут делать? Что тут еще сделать?
Если на нем еще маска стоит, это вообще будет жесть. Попробую еще дополнительно Фрэнка поставить. Так, он с выживанием, насколько я вижу. Ух, хоть бы маски нету. Да, вроде. Или есть. Не, вроде нету. Нужно было Мэри сделать, конечно, атакующую. И сейчас только фух и хп на фул. Это будет, конечно, ржачно. И отлично. Смол у нас слился, Фрэнк у нас слился, но это не страшно. Самое главное, что мы его прошли. Так, теперь у нас выбор. Я пойду лучше на эту пачку. Я буду орать, если сейчас нас Снэк рассольет. Не, здесь без проблем. С такой атакой, как у меня, здесь мы справились без проблем. Как видите, точность и атака — самый нужный вариант. Ну что, ребят, истина. Истина. Даже я нападу таким нефуловым составом, 4 героя. Потому что, если что, придется все равно всех резать. Ну что, можете меня поздравить. Наконец-то, ребята, мы прошли с вами 9 кругов ада. И наконец-то мы смогли собрать все плюхи. Но опять же, это благодаря тому, что у нас были сундуки с предыдущего раза. 4 штуки мы использовали. В итоге у меня одна осталась, 3 получается. И 3 получили. В принципе, плюс-минус фармить можно. Вот так вот. Поехали, откроем честы. Посмотрим, что нас тут ждет. Сколько чего мы получим. Ну, камешки вот отсюда можно фармить будет не спеша. Четверка, 2. Ну, а вот этот сундук мы еще не открывали с вами. И 5 тоже 4 левела, и 3 мэри. То есть получается, в принципе, довольно таки неплохо. 1 2 3, 6 осколков. В принципе, то, о чем я и говорил, два раза в неделю, это что у нас, 12 в месяц, 24 осколка. Не, что я рассказываю, больше. Если мы будем проходить максимум, это 6 осколков, 2 раза в неделю, это 12, и умножьте на 4, 48, 4 месяца, 4-5 месяца, полгода, короче. Ну, в принципе, неплохо. Вот так вот, ребятушки, ждите видосика фарма с бездоната, там покажу, каким я там составом бегаю, что делаю, покуда сможем. Правда, я не знаю, там Мэри вряд ли буду фармить, потому что мы в прошлый раз, по-моему, не прошли. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.